Приветич, это Зельда, и сегодня мы идем на Ганнена. А, прости, мы не идем на Ганнена. Мы едем на Ганнена. Ща призовем свой мотик, новый крутой. Так. Ты только глянь, какой красавец. Единственное, что это пятое чудище. У всех остальных героев огромные машины. А у меня вот такой вот мотик. Ну ладно, что, для маленького эльфа маленький мотик, как говорится. О, да, у него даже свет есть. Смотри, фонарь какой. Освещает мне путь. Воу, вот это дрифт. А, кстати, где у него топливо есть? А, вон там. Вон. Ладненько. Вроде бы, смотрю, я на нем очень мощно. Очень прикольно. Пора и газу дать. Воу. Хо-хо-хо! Вот это круть! Ну-ка. С такой высоты, интересно, я разобьюсь, нет? Оу, да. Два сердечка осталось. Это было нелепо с моей стороны. Здорово, братва, чё как? Я тут подъехал на своем крутом мотике вас спасти. У вас тут все пучком, да? Ну, конечно же, я пришел. Ого! Страж! Ну чё, погнали за мной? Давай, посмотрим, насколько ты крут. Вот и прибыли. Пробиваемся в замок. Да, по слизи Ганнена мотик, конечно, не едет, это печально. Но ничего, всеми правдами и неправдами мы пробились к замку. Осталось только в него залезть. Ну вот мы и в замке Хайрул. Кстати, я здесь где-то видел вагонетки, которые нам бы помогли пробраться внутрь. И одна из них, по-моему, под нами. Вон она, вагонетка. Давай попробуем туда залететь. Есть вагонетка, вот она. Надо отсюда по-быстрому увиливать, потому что тут ледяные глыбники. Не хочу с ними связываться. Ой, блин, не сюда. Ай! Они морозят очень больно. Они морозят, и ты ничего не можешь сделать толком. Ну чё, поехали! Все, приехали. Дальше своими ножками по шахтам бродить. Так, понятно. Здесь у нас стена. Надо ее подорвать. Сейчас сделаем по-быстренькому. Опа. Валим отсюда. Я чувствую, где-то слизь Ганнена рядышком тут. Да, вот она, слизь Ганнена. Черт возьми. Все, мы пробрались в замок. Нужно теперь не попасться. Куда идти-то нужно? Тут заплутать как нифиг делать. Замок очень огромный. Темницы. Ага. Мы, значит, в темницах. Короче, все, что мы можем здесь сделать, это просто бурить себе проходы нашими бомбами.
Здрасте. Вон свинтус стоит. Здесь закрыта решетка, чтобы ее открыть, нужно уничтожить глаз. Глаз уничтожен, решетка открылась, и на нас сразу же нападает ящер. Сейчас надаем ему лещей. Теперь пришло время разобраться с вот этим вот чудиком. Здорово. Воу. Есть, увернулись. Готовченько. Всех по-быстрому ушатали здесь. В темнице ледяной ящер. Давай, знаешь что? Кажется, у меня там кто-то камнями кидается. Да? Да, вон оттуда он. Выкидывает с темницы вот этот вот здоровяк. Вот засранец. Сейчас, подожди, пупсик. Ледяной ящер поджегся. И теперь он будет нас... Да, бомбить стрелами. Лучше бы я этого не делал. Открываем ворота. Здорово, ребята. Я пришел вас проведать. Булку хлеба принести, а вы на меня нападаете, да? Не, на самом деле шучу, я вам ничего не принес. Так, как же нам быть с этим ящером и сундуком-то, а? Скорее всего, мы тебя сейчас вытащим вот здесь. Да, здесь можно пройти. Точно. Точно. Сейчас мы подорвем здесь стеночку и будет проходик нам. Ну, здорово. Да, я посмотрю, что ты там охранял. Серебряная рупия. Номиналом 100 рупий. Из-за сотки рупий сдох. Так. Здесь уже у нас слизьган, она преграждает нам путь. Нам нужно попасть в глаз. Сейчас мы попробуем обхитрить всю эту систему. Так, вот он глаз. На, еще попади по нему. О! Давай убирай свою слизь. Ошибись. Че там за меч? Гвардейский клеймор! Очень мощное оружие. Забираем. Так, огромные решетки, которые мы можем поднять при помощи нашего Криониса. Все, мы вышли из темницы. Что нас тут ждет? А нас здесь ждет, собственно, страж. Сейчас мы ему накостыляем, пока он отвернулся от нас. Готов. Очень быстро его уделали. Мы пробрались в первое внешнее кольцо. У замка их, по-моему, несколько. И сейчас мы направляемся во второе. Но пойдем мы туда не своими двумя, а, конечно же, на крутом мотике, ёкарный. Да выпендривался и мотик уронил. Еще и турель меня сейчас жахнет. Бежим. Ух, пронесло. Ну, а тут снова можно мотик призвать.
Минус одна турелька у Ганнена. Мы с тобой очень красиво идем. Особенно на мотике-то, блин, я просто кайфую с этого мотика, он такой крутой. Так, ой-ой-ёшеньки, ты посмотри, сколько тут слизи Ганнена. Ой. Да, красиво шли и утопили мотик. В общем, здесь огромное количество слизи Ганнена. Нам пройти там никак. О, водопад! Доспехи Зора нам помогут. Сейчас-то мы взберемся по водопадику. Нас ничто не остановит, ё-моё. Шикарно. Так, там турель. Нам нужно срочно подняться вот по этому водопадику. Убегаем от турели. И ништяк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда это мы взобрались? О, так мы это на вершину взобрались. Прикинь, мы сразу к замку пришли. Ёшки-матрёшки. Бежим, 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 бежим. А лучше вот так вот сделать. Чёрт, здесь тоже турель. Ух! Пронесло меня чутка. Надо снова взобраться. Залазим. Либо по краю вот так вот пролезть. Либо мотик быстренько призвать. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Давай мы сейчас на мотике быстренько залезем. Давай, 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 давай. Мотик, мотик, мотик. Поехали! Цитадель. Приехали.